Или в порядок его не привели. Года три, может, лежит, может, больше. Хрен его знает. Ладно, пускай стоит. Потом приду, посмотрю. Там мелко, сантиметров может 40 глубина, может, от силы. Если есть, то это вообще четко. Если может даже и меньше. Здесь у нас сегодня рыбы нет. Нету, нету, нету. Нету рыбы у нас сегодня тут, а нету. Ай, какие коленки мокрые, блин, это не прям не интересно так. Рыбачить-то с мокрыми коленками. Блин, вот поросе-то что значит ходить? Угу. Не кайф, не кайф. Да, кайфовому мало. Ой, кайфа мало. Уточки там крыльями хлопают, хлопают. Да, облака. Ну вот тут уже вот сейчас дождь, думаю, будет минут через 5-10 точно будет. Уже такая идет сюда. Вот она, утка летит. Широконоска. Да, широконоска. Широконос летит.
Да. Скоро дождик прямо это заморосит. Уже видно такие полосы, как бы. Облака идут, и он вот так сыпается, брызги, наверное, идут. Ну не такой, не сильно тяжелый дождь, а ну чуть крупнее мороси. Думаю, будет сейчас. Думаю, будет. Сейчас заморозит. Но у нас плащ есть. А смысл тут сидеть, я даже не знаю. Есть, нет. Не знаю, есть смысл. Или нет. Эх. А может и не будет, друзья, пока что. Дождика, дожденка. Так, что у нас тут? Аккуратненько сниму, сейчас посмотрю с памяти. Ага, память 3 и 1 осталось. Короче, еще где-то минут, ну, 20. минут, так, сейчас посмотрим, примерно сориентироваться, что нам нужно время 7 часов. Ровно 7 у нас уже перестанет снимать. Ровно 7 перестанет снимать. Сегодня я встал без 24, а будильник стоял наполовину. Куда 10 минут проспал? Не слышал нифига, жена разбудила.
Ни ротан, ни карась, никто не хочет абсолютно, вообще. Прикормка может виновата опять. Может погодные условия такие вот, что к дождю, блин, все тянется. Бекас. Ну вот интересно, когда клевала. Прям хорошо поклевывал карасик. Поймали, сейчас точно скажу. Ну, 4, по-моему. Ну, в пакете у меня уже увесисто. Да, вот они. 4 карасика. Видите, друзья? Один не очень большой, но все же. Нормально. Килограмм точно есть. Рыбы. Ну, это нормально. Скажу я вам. Друзья. Можно протянуть. Две кукушки летают. Дурнушки, блядь. Можно и это протянуть. Позевать нет вот с дождем. Я ошибся с вот этими вот спусками. Пока что 5 минут прошло и нету. Может и не будет сильно. Тянет синенько маленечко. Здесь получается у нас что? Где у нас? Он там где-то закинуто. Ну, не слышно, чтоб звонил. Без 15. Ага. О, заморосил дождик. Видите? Ну да, в принципе, где-то может и минут...